присаживаться. И проводим съезд Союза казачьей молодежи Кубани на территории Анапского района. Присутствующие гости. Атаман Таманского казачьего отдела, герой труда Кубани, депутат законодательного собрания Краснодарского края, казачий полковник Безуглый Иван Васильевич. Директор департамента по делам казачества Конофьев Денис Сергеевич. Председатель Союза казачьей молодежи Кубани, помощник атамана Кубанского казачьего войска Агибалов Александр Александрович. Заместитель главы города-курорта Анапа, казачий полковник Козлов Сергей Алексеевич. Заместитель духовника Кубанского казачьего войска и Союза казачьей молодежи, отец Ефрем. И, конечно, наш окрамляющий батюшка храма Святой Варвары, отец Алексей. Поэт-песенник Никитин Владимир Борисович. Я хочу сказать, что мы приурочили съезд Союза казачьей молодежи и пригласили Владимира Борисовича, который нам после окончания съезда попоет нам снова свои патриотические песни. Мы 5 лет уже его приглашаем и рады всегда его приветствовать. Ну что, господа казаки, господа атаманы, начнем. Слово для ведения предоставления Союза казачьей молодежи. Уважаемые гости, Иван Васильевич, Александр Александрович, Денис Сергеевич, рад приветствовать вас на нашей анапской земле. В наших рядах Союза казачьей молодежи на данный момент состоит 1520 ребят. С каждым годом, с каждым днем количество детей растет. Сейчас ведется обширная работа по привлечению Союза казачьей молодежи ребят из высших учебных заведений, из техникумов, которые также закончили казачьи классы. И на данный момент с руководством этих учебных заведений ведется работа, и там также будут открыты отделения союзов, и ребята будут заниматься казачьим самоуправлением под эгидой Союза казачьей молодежи Кубани. Ну а для приветственного слова я хочу пригласить на сцену председателя Союза казачьей молодежи Кубани Агибала Александра Александровича. Достопочтимые отцы, уважаемые гости и участники слета, я искренне рад приветствовать вас на первом слете казачьей молодежи Анапского муниципального отделения Союза казачьей молодежи в Кубани. Особенно приятно видеть сегодня такое количество активной молодежи в зале. Той молодежи, которая не безразлична свое будущее. Ту молодежь, которая чтит свои корни, традиции и желает быть частью одной большой семьи. Особенно приятно видеть ребят, с которыми мы еще летом на молодежном форуме «Регион-93» и краевом слете лидеров ученического самоуправления обсуждали возможность создания нашего молодежного движения. А вот уже сегодня мы проводим первый слет. Наша инициатива была поддержана на самом высоком уровне губернатором Краснодарского края и атаманом Кубанского казачьего войска. В состав движения вошла самая активная молодежь Кубани. Руководителями муниципальных отделений стали достойные молодые люди, на которых возложена огромная ответственность объединять молодежь и вести ее за собой. Так, вы уже видели, надеюсь, хорошо знаете и общаетесь. Анапское отделение Союза казачьей молодежи Кубани возглавил Хандошка Виталий Станиславович, грамотный специалист. Основными целями нашего движения является патриотическое воспитание. Уважаемый Сергей Алексеевич, Валерий Александрович, Александр Александрович, уважаемые батюшки, дорогие дети. Я рад встрече с вами в этом зале, с молодыми, юными, задорными, крепкими, одевшими погоны и готовы творить добрые дела, как в городе Анапе, так и в Анапском районе.
Я помню, как все это начиналось. Работа с казачьей молодежью. Более 20 лет назад начали появляться первые кадетские корпуса, казачьи классы, а потом школы. А сегодня уже порядка 90 тысяч молодых людей чтут и живут по обычаям заветам наших дедов и прадедов. И это правильно. Только воспитание молодых людей на обычаях и традициях наших дедов и прадедов, на историческом прошлом России может подготовить нормальных, меняемых людей, защитников Отечества, лидеров и командиров. А сегодня нам пытаются подсунуть европейские общечеловеческие ценности. Я бы немножко переименовал это общеевропейские мерзости. И если мы будем идти по тому пути, кроме бесчестия, разврата и потери духовных ценностей не только среди молодежи и всем государстве российском, мы ничего не получим. Сегодняшнее бурное развитие Кубанского казачьего войска подвело нас к тому, что мы создали Союз казачьей молодежи Кубани. Я вам скажу, здесь символично важно то, что за этим стоит губернатор Краснодарского края Вениамин Ильич Кондратьев. Потому что всему этому придается государственный статус. Дорогие мои дети, вы наша надежда и опора. И сегодня от вас, от тех, кто учится в казачьих школах, кадетских корпусах, от тех, кто учится сам военного искусства во время проведения военных полевых сборов, от тех, кто чтит память героев, положившим головы за наше Отечество. Кстати, здесь присутствует мать героя России, Андрея Туркина. Вот она здесь. Это говорит о том, что мы чтем память героям. Мы помним наше прошлое дедов и прадедов. Сегодня о тех, кто поет казачьи песни, наши танцы, изучает веру православную, зависит будущее Кубани и всей России в целом. Спасибо, дорогие детки, за то, что вы есть. Я благодарен всем учителям, наставникам, всем, кто принимает участие в воспитании нашей молодежи, готовит будущее. Спасибо и храни вас Господь Бог. Бугров Богдан, ученик 6 класса, СОЖ номер 21. Шевченко Алина, ученица 10 класса, СОЖ 18. Симонян Сергей, ученик 8 класса, СОЖ 18. Лихачевская Виктория, ученица 8 Б казачьего класса, СОЖ 15. Уважаемые атаманы, дорогие братья-казаки, казачата, вы наше будущее. Сейчас лучшие из вас говорили о том, что вы служите Кубани и вере православной. И это отрадно слышать. И хорошо, что у нас есть такой повод еще раз собраться на этом съезде Союза казачьей молодежи. Я и многие священники нашего края готовы с вами встречаться, общаться, рассказывать о том, как вы должны служить вере православной, как вы ее должны защищать. Это ваше предназначение. Все казаки всегда были защитниками веры и Отечества. И с этого надо и начинать. Хотелось бы, пользуясь возможностью, обратиться и к преподавателям наших казачьих классов. Вы должны помнить, что если хотите своих детей воспитать, то надо начинать с себя. И когда ваши дети, когда вы сами будете знать о вере православной и понимать, что там важно, и то, что вам будет на пользу, вы будете тогда и своим казачатам прививать это знание. Есть хорошие опыты общения с православной церковью. Вот, например, ко мне в храм дети приезжали
автобусами для того, чтобы исповедаться и причаститься. Поголовно многие казачьи классы. И это хороший опыт, но, к сожалению, он нигде, мало где присутствует в нашей жизни. Но вы должны понимать, что мы, священники, готовы пойти к вам навстречу и хоть каждую неделю встречаться с вами. Вы тоже пользуйтесь, не стесняйтесь. Обращайтесь к нам, к священникам. У каждой школы закреплен священник. У каждого казачьего класса должен быть духовник. Вы обращайтесь к ним и узнавайте о своей вере. Я думаю, что никто вам не откажет в этом. С этого надо и начинать. Чтобы защитить свою веру, надо ее знать. Надо ее знать, и лучше, чем священники вам, о ней никто не расскажет. Пользуйтесь этой возможностью и всегда обращайтесь к нам за помощью в этом. И самое еще важное, вы должны помнить, что кроме того, что вы научились, допустим, креститься или приходить иногда в храм, самое главное, это относится ко всем казакам, все должны знать основы своей веры, что самое главное в храме – это исповедь и причастие. Все остальное – это уже второстепенные обряды, которые нужно употреблять в жизни, но не так. Большой юбилейный концерт. В этот же год в Тамании появилось большое скаковое поле. Это дань казачьим традициям. В этот же день представители войска возложили цветы к памятнику казаку-запорожцу, который установили в честь высадки первых поселенцев на Таманскую землю. Это событие стало рождением кубанского казачества. А земля Таманская колыбелью – это земля дикая, неухоженная земля стала настоящим цветущим раем. Традиционный вид казачьих состязаний – скачки – войско проводит дважды в год – на Краснодарском ипподроме и в Тамане, в день празднования очередной годовщины высадки черноморских казаков на полуостров. Знаковым для кубанских казаков в этом же году стало обретение новых войсковых символов – знамен и хоругви, которые атаман Николай Долода получил из рук главы государства и патриарха Кирилла. Это произошло впервые за 20-летнюю историю возрождения казачества. Подобные события – признание воинской доблести и способности казаков в любую минуту встать на защиту Родины. Еще одно значимое событие пало на 2011 год. В край вернулись последние реликвии кубанского казачьего войска, вывезенные из России в Америку после революции. Альбом уникальнейший тем, что он отражает не только историю полка, конкретную жизнь полка. Тут есть даже, как они правы... Стали политические события в Республике Крым. Несколько тысяч казаков-добровольцев отправились на помощь народу-побратиму. 3 недели до окончания референдума многие из них находились на переднем крае. Задача у нас была разведка, и как бы наша группа должна была, если в случае какой-то провокации, принять удар на себя самой первой. Люди просто снимали шапки, кланялись и говорили спасибо, что вы здесь. В Крыму казаки показали себя как сплоченное, боеспособное войско, готовое выполнять все поставленные перед ним задачи. За заслуги перед Отечеством более 1000 человек получили награды Министерства обороны Российской Федерации, Совета министров Республики Крым. 75 казаков были награждены государственными наградами. Они оставили свои семьи и пошли защищать интересы своего братского народа, интересы Крыма. И благодаря нашим казакам ни одного выстрела не прозвучало на территории Крыма и Севастополя. В этом году весь мир отметил 70-летие Великой Победы. Президент России Владимир Путин принял решение об участии кубанских казаков в параде в честь этой знаменательной даты. Подобное событие было лишь однажды, 24 июня 1945 года. И вновь честь представлять российское казачество выпала кубанскому казачьему войску, единственному среди 11 реестровых в стране. И подготовка к такому важному событию и само участие в нем стало единым порывом. Тренировки в Краснодаре начались задолго до торжественного события. Будни казаков были почти армейскими.
То же самое происходило на территории учебной части Академии имени Фрунзе в Наро-Фоминске и на полигоне Алабино в Подмосковье. Мы друг друга чувствуем плечом к плечу. Почему? Потому что если мы не будем друг друга чувствовать, мы не пройдем ровно. Идем как единый организм. То есть право-левый. Достаточно одного человека поменять, все, шеренга уже не так ходит. То есть ее надо оттачивать. Перед самой отправкой в Москву в Свято-Екатерининском кафедральном соборе прошел молебен, который провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Владыка благословил казаков перед столь важной поездкой. Рядом с казаками в этот момент были родные и земляки. И специально сшитая историческая форма, и синхронность движений, и настрой казаков запомнились гостям и участникам парада надолго. На Красной площади кубанские казаки. Во главе парадного расчета атаман кубанского казачьего войска Николай Долутов. Они прошли очень достойно, ребята стройные, красивые, симпатичные. И ваши представители отнеслись, ну, исключительно добросовестно. Николай Саш был лично сам Долуда. Сам хорошо прошел, у него сама хорошая строевая подготовка. Поэтому все в этом плане по-нормальному. Я бы хотел выразить только благодарность и лично ему, и вообще вот из руководства края. Среди участников Парада Победы были казаки почетного караула. Это особенное подразделение войска. Без него не обходится сегодня ни одна официальная церемония. По выходным в час славы Кубани почетный караул чеканит шаг по улице Красной, занимая посты возле памятников краевой столицы. Те, кто прошел по Красной площади торжественным путем героических предков, готовят себе достойную смену, воспитывая в молодых казаках и казачатах чувство уважения и любви к родине, к тем, кто писал ее славную историю.